Всем привет! Меня зовут Саша, и это канал «Архитектор, который вяжет». Сегодня понедельник, и так вышло, что я могу записать итоговое видео шестой недели в рамках челленджа 52 Weeks of Socks только сейчас. Прошу вас извинить меня за это, но так сложились обстоятельства. Тем не менее, носки готовы в срок, неделя получилась очень плодотворной, и как проходили мои трудовые вязальные будни, я предлагаю посмотреть вам прямо сейчас. Ну что же, поехали! Сегодня понедельник, началась следующая неделя в рамках челленджа, и давайте откроем книгу на нужной странице, и что мы тут видим? А тут нас снова ждут скрещенные петли. Недолго, увы, музыка играла, и моя радость продлилась всего-то одну неделю. Ну да ладно, с таким объемом, я думаю, справлюсь. Главное, чтобы не было ажура. Итак, это носки Краспедия по описанию Андреа Моури. Автор предлагает два размера. Пряжу 385 на 100 и спицы 2-2,5. Вяжутся носки от мыска. Сразу говорю, что я не буду вязать эту пятку, заменю ее на пятку подкову, потому что это та самая пятка, которая применялась в носках первой недели, она мне очень не понравилась, вязать я ее больше не хочу. Еще будет замена по наборному ряду, автор предлагает турецкий набор, но поскольку в начале челленджа я уже его выполняла, не хочу повторяться, я сделаю магический набор Джуди. И опираясь на опыт предыдущих недель, когда сроки по носкам со скрещенными петлями у меня были сорваны, эту пару я уже начала. Вяжу из Нака Бохо. Мой цвет 4-4-5-9. И угадайте с первого раза, какой он, правильно, бежевый. Вот так выглядит сам носок. Провязала я немного. У меня есть мысок и 6 рядов рисунка. Рисунок не видно, потому что нужно провязать, я думаю, как минимум один раппорт, чтобы рисунок стал ясным и понятным, и легко читаемым. Работаю я на спицах 2,5. Еще здесь есть шишечки, которые я тоже не очень люблю вывязывать, но, по крайней мере, в моем рейтинге шишечки стоят выше скрещенных петель и тем более ажура. Поэтому я ухожу работать и до встречи в следующих включениях. Сегодня уже суббота. К сожалению, в течение недели у меня не было возможности к вам подключиться, но сегодня я готова показать все продвижения по носкам Краспедия. Итак, вот так выглядит мой первый носок, он готов, и на таком этапе второй. Осталось совсем чуть-чуть клиноподъема, далее я провязываю по глинокорзинку, и пара будет готова сегодня, отправится в стирку. Ура-ура! У меня никаких долгов на завтра, и я успела с ними в срок. Давайте вернемся к готовому носку. Как я упоминала, в первом включении я изменила пятку, но в понедельник я планировала, что это будет пятка подкова, а в итоге я попыталась изобразить некое подобие пятки стронг, но при вязании от мыска. Никаких мастер-классов и описаний я не смотрела, как вязать пятку стронг от мыска. Пыталась изобрести что-то сама. Выглядит это сейчас странно и нелепо, но на ноге смотрится хорошо. Также стоит принять во внимание, что носок у меня на размер 38-39, а блокатор на 36-37. То есть во время ВТО, когда я возьму уже подходящий блокатор, все подтянется. И пятка должна будет выглядеть более чем достойно. Вообще так вышло, что этот носок у меня получился полностью экспериментальным. Также у меня были импровизации на тему вывязывания шишечек, так, чтобы избежать вот таких вот дырочек. На этом носке мне
это не удалось сделать, зато получилось на этом, начиная с этой шишечки, все пошло нормально, а до этого есть какие-то вытянутые петли и дырочки, которые я надеюсь подтянуть во время ВТО. На этом эксперименты не закончились. Также я во время вязания подбирала метод провязывания двух петель с наклоном влево, так, чтобы не было вот таких вот скачков, а дорожка выглядела более-менее ровная. Результаты я добилась только в последних рядах, до этого все выглядит не очень, но именно с провязыванием двух вместе с наклоном налево я не переживаю, потому что это извечная проблема всех вязальщиц, все всегда ищут подходящий способ, и на разные пряжи получается, что подходят разные способы. Больше всего меня сейчас гнетет в этих носках, это рядность. Я тот человек, который не имеет рядности ни при круговом, ни при поворотном вязании, и вот это действительно первое изделие, где я с ней столкнулась, и поэтому я грешу не на свои руки, а на пряжу. Напоминаю, что вяжу я из Нака Бохо, и мой цвет 44-59. Так вот, эта пряжа вообще для меня проблемная, я ей очень недовольна. Помимо того, то, что у меня везде разные петли и ряды, вылезла жуткая рядность. Эта пряжа очень рыхлая, и у меня сложности при вывязывании сот перекрещенными петлями, потому что она расслаивается. Каждый ряд я, наверное, расслаиваю петель 10 точно. Также пряжа колючая, в ней какие-то посторонние вещи, включения, мне это тоже не нравится. Я, конечно, понимаю, что она бюджетная, но, как по мне, я лучше переплачу, куплю регию, и у меня будет все ровно и красиво, без каких-то там проблем с расщеплением нити, с посторонними включениями или с рядностью. Что еще по этому носку? Закрывала я с накидами, но в первом видео я уже говорила, что меня такое закрытие нисколько не напрягает, как остальных вязальщиц. Мне даже нравится, как это выглядит. Не обращайте внимания здесь, здесь нужно будет просто подшить первую и последнюю петлю. И с этими носками, я думаю, все. Будем встречаться в следующем включении, если я успею завтра записать. Если нет, то уже в формате лицо в кадре. И до встречи! Сегодня понедельник, и так сложились обстоятельства, что у меня не было возможности записать финальное включение, а следовательно итоговое видео вчера, поэтому делаю это сейчас. Итак, носки Краспедия. Они были готовы еще в субботу. На данный момент они постираны, высушены и выглядят вот так. И, к большому моему сожалению, сбылись все опасения, рядность после ВТО никуда не ушла. И вы можете это наблюдать как на первом носке, так и на втором. Круговое ли это вязание, поворотные ли это ряды, рядность сохранилась. И в данной ситуации мне остается только смириться с этим, принять это и сделать выводы, что пряжу покупать мне больше не стоит. Напоминаю, что вязала я из Нака Бохо. В моих руках, на моих спицах она, если честно, проявила себя не самым лучшим образом. Помимо рядности, также она плохо легла и в резинку 2х2. Посмотрите, все петли гуляют, они кривые, косые, и у меня давно не было такой плохой резинки 2х2. Также пряжа пеленгуется, причем, к большому моему удивлению, у меня впервые такое в жизни, что пряжа отпеленговалась сразу же после стирки, даже не после первой носки. У меня носки были в горизонтальном положении, сейчас они буквально за блокаторов, до этого их никто не трогал, уж тем более никто не носил. Но пряжа выпустила кончики и катышки. И это тоже не самый хороший показатель для меня, учитывая, что это носочная пряжа.
Поэтому я прошу прощения у всех любителей, ценителей данной нитки, но, как видите, у нас не сложились отношения, и поэтому такой отрицательный отзыв и смазанное впечатление. Но давайте перейдем уже к самим носкам, закончим про пряжу. Локаторы подобрала подходящего размера 38-39, и сразу же пятка стала выглядеть пристойно. Она по-прежнему немного смешная, но на ноге смотрится хорошо, сидит хорошо. Единственное, я бы чуть побольше сделала клин подъема, но для этого мне нужно просто поглубже провязать саму пятку. И я буду пробовать еще эту пятку, буду менять расчеты так, чтобы все получилось оптимальным для меня и чтобы это выглядело приемлемо. И если в книге еще будут встречаться описания от мыска и вот такая вот пятка в этих описаниях, то я буду заменять на это, но переделывать расчеты, чтобы в итоге получилось все хорошо у меня. По шишечкам на первом носке дырочки остались. Как бы я ни старалась подтягивать их, но надеюсь, что на ноге немного разойдется все, и дырочек не будет видно, а будет все выглядеть как вытянутые петли. На втором носке с шишечками все нормально, но я в предыдущем включении вам уже говорила, то, что к этому носку я уже разобралась, как делать все без дырочек. Также я изменила наборный ряд, я это говорила в первом включении, потому что в описании автор предлагает турецкий набор. Я сделала магический набор Джуди, но это только потому, что турецкий набор я уже выполняла в носках первой недели. Мне хочется применить как можно больше техник в рамках этого челленджа. Но как турецкий, так и набор Джуди я очень люблю. И если я вижу от мыска, то я их обычно чередую. Еще добавляю набор восьмерка иногда. В принципе, здесь по носкам все. А, нет, не все. Еще давайте посмотрим, как у меня обстоят дела с петлями с наклоном влево. На первом носке, как видите, все скачет. Вот последние несколько рядов, которые мне более-менее удавались, они и выглядят лучше. На втором носке все смотрится намного лучше, но все равно есть некие скачки. Но, как я упоминала в предыдущем включении, я не сильно заморачиваюсь именно на провязывании двух с наклоном влево, потому что это извечная проблема. И просто нужно подбирать методики и искать новые способы провязывания, чтобы все смотрелось более-менее ровно. И давайте мы сейчас перейдем в формат лицо в кадре и пообсуждаем еще немного. Я снова с вами и предлагаю еще раз взглянуть на готовые носки, но на этот раз на блокатор. Вот так они выглядят. Я прошу вас не обращать внимания на рядность, потому что всему виной пряжа, и об этом я упоминала в последнем включении. Сейчас же я хочу говорить только о хороших вещах. И из хорошего здесь в первую очередь это, конечно же, само описание, которое мне очень понравилось. Если в начале недели я еще переживала о том, что есть все-таки скрещенные петли, то к среде я уже и думать забыла об их существовании, потому что в рамках и объеме рисунка их очень и очень мало. Всего по две дорожки с каждой стороны от шишечек, которые идут по центру. И если я начала про рисунок, то стоит отметить, что он действительно похож на кросспедию, в честь которой и названы вот эти носки. Если вы не знали, кросспедия – это цветок из семейства астровых, ярко-желтого цвета с шарообразным соцветием. И нам он известен больше как барабанные палочки. Вы можете забить в поисковик, посмотреть фотографии и сразу же понять, о каком растении я вам сейчас говорю. И вот в пятницу, когда я заканчивала носки, у меня возникла мысль, что лучше было бы взять не бежевую пряжу, как я это сделала в понедельник, а ярко-желтый неон. И тогда я бы 100% попала в концепцию описания, и мои носки были бы похожи на цветок кросспедии.
но бежевый цвет меня более чем устраивает. Как вы успели заметить, это один из моих любимых цветов, и я в большинстве случаев предпочту именно его другим. Что я еще могу добавить по рисунку? Несмотря на то, что он достаточно объемный, раппорт, по-моему, 33 петли на 20 рядов, он логичный, и логика начинает прослеживаться где-то рядом с 10 с 11, и дальше вы вяжете на автомате. Это очень удобно, поскольку вы можете взять эти носки в проектной сумке с собой и начать вязать в любом удобном для вас месте, не переживая, что нужно будет каждый ряд обращаться к описанию или к схеме, чтобы уточнить тот или иной момент. Именно этим мне описание больше всего и понравилось, тем, что его легко запомнить. И несмотря на то, что оно такое простое, выглядит все, сами видите, очень сложно, красиво и действительно цветок краспедии. Также вы здесь можете применить вариативность в тех или иных техниках. Хоть автор и дает четкие указания, кто вам мешает испробовать разные наборы мысков, попробовать разные пятки или закрытия. Здесь, например, я вместо турецкого наборного ряда применила магический набор Джуди, но я упоминала во включениях, что это сделано не из-за того, что я не люблю турецкий набор, а только по причине того, что хочу в рамках челленджа применить как можно больше техник. Турецкий набор и набор Джуди для меня равнозначны, я использую оба варианта, также иногда могу применить набор восьмеркой. И если дальше будут носки от мыска в книге, то набор восьмерка тоже будет. Пятку я придумала сама, но более чем уверена, что на просторах интернета есть мастерицы, которые вяжут так же. Поэтому ничего сверхъестественного и суперсекретного я здесь не вижу. Если будут дальше носки от мыска, я буду ее модифицировать и усовершенствовать так, чтобы прийти к оптимальному для себя результату. И как только я этого достигну, я вам сообщу. И потом, если у вас будет желание, я с вами поделюсь знаниями о том, как я вяжу эту пятку. Потому что, повторюсь еще раз, ничего сверхсекретного я в этой технике не вижу. Что еще я могу добавить по этому описанию? Ну, оно очень хорошее, и да, действительно могу рекомендовать. Оно стоит своих денег, оно и внешне все выглядит очень достойно и дорого, поэтому да, покупайте с легкостью, написано понятным языком, всего на пару страничек. Ничего суперсложного в нем нет, не стоит бояться самого изображения, поскольку вязать легко и быстро. По-моему, я не упоминала, что у меня ушло около 71 грамма пряжи, осталось еще около 30, и не знаю, куда применить, но давайте про пряжу больше не будем, я действительно очень расстроена из-за нее. И сейчас, я думаю, все. Я очень благодарна вашим комментариям и лайкам под предыдущими видео. Я очень рада, то, что у нас с вами начал развиваться диалог. Мы делимся мнением, мы обсуждаем, мы задаем друг другу вопросы. Это действительно очень-очень классно. Я буду благодарна вам, если вы оставите комментарий и под этим видео, поставите лайк, подпишитесь на канал, порекомендуйте этот ролик своим знакомым, друзьям и близким. А сейчас я прощаюсь с вами, всем до новых встреч, спасибо за просмотр и пока-пока!